Получи пару строк про радиошек. Вот эти вот смешные здесь тестеры. Это $44 стоит. Это 69. Он такой простенький, который у нас стоит, это, наверное, 5 баксов. 29. Вот, то есть выбор здесь особо небольшой. То, что касается этих разных коннекторов и резисторов. Все очень смешное. Хотя есть вот эти вот варианты. Это усилок вот такой вот за $199 с микшерским пультом. На клиренсе он стоит $75. Вот такой пультович. Вот такой диджейский пульт $77. То есть что-то, конечно, здесь интересное есть. Большой выбор распространенных штекерочков. Вот, но что касается непосредственно радиопайки и монтажа, здесь, конечно, все это не айс, на мой взгляд. Это как паяльная станция $59. Весь комплектик. Паяльничек вот такой $19. Комплект инструментов $22. Не сказал бы я, что прямо был бы в восторге. Плюс $3.49. Окей.